17 сентября в поселке Конезаводский Марьяновского района состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Событие объединило практически всех жителей поселка, которые смогли не только оценить преимущества нового спортивного объекта, но и посмотреть творческие номера, в числе которых был флешмоб с лентами в цвет триколора и флагами России. Право перерезать алую ленточку предоставили почетным гостям праздника, среди которых были заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова и глава Марьяновского района Аркадий Ефименко. Уже 4 года на территории нашей страны реализуется федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Этот проект позволяет создать условия для занятий физической культурой и спортом не только в городах, но и на сельских территориях. И уже в 23 муниципальных районах построены 23 площадки ГТО. И вот сегодня мы открываем третий физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Мы очень надеемся, что это место, которое сегодня перед вами, станет центром притяжения не только молодежи, но и граждан старшего поколения. Потому что занятия физической культурой и спортом полезны в любом возрасте. Аркадий Ефименко подчеркнул, что новый спортивный комплекс отличается. Отличный пример государственно-частного партнерства. Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках реализации национального проекта «Демография», но в том числе сюда были вложены региональные средства в сумме 6,5 миллионов рублей, средства местного бюджета около 2 миллионов рублей и около 20 миллионов рублей было вложено средств именно нашего хозяйства, градообразующего предприятия, которое находится на территории данного поселения. Племенной конный завод «Омский», руководитель Адыгизалов Ильдар Халилович. На новой площадке можно играть в футбол, волейбол и баскетбол. Также на территории комплекса уложена легкоатлетическая дорожка, установлены тренажеры и возведены трибуны. Хочется сказать, выразить огромные слова благодарности губернатору Омской области, всей администрации Марьяновского района, администрации нашего поселка, Васильевской сельской администрации, за такую огромную вот возможность заниматься не только маленьким ребятишкам, но и людям старших возрастов. Один вот только футбольное поле чего стоит. При нас, конечно, такого ничего не было, был стадион, но сейчас это вот просто сказка. Спасибо всем огромное. Через 10 минут после окончания торжественной церемонии на новой площадке стартовали турниры по футболу, волейболу и баскетболу между командами, составленными из жителей поселка.